всей страны у нас принимаются заявки, отметки от района, каждое ведомство. Мы, как министерство, именно наш отдел, аккумулировали эти заявки где-то в декабре месяце, по-моему, мы их туда направляли. Да? То есть, поскольку мне сказали, что он был, то есть район его подал. То есть они-то его отметили для себя. Говорят, он честники должны были, Никешкин сказал тоже на него. Сейчас, подождите, подождите. Я к тому, что этот случай в районе ну, известен, они его подали в номинацию. Один из выиграл, присудили его или нет. В том году девочка из Удмуртии у нас была, получила премию «Горячее сердце». Поволжский район. В том году. В этом году, может быть, по принципу, как говорится, справедливости, как, ну, не каждый год одним и тем же федерация дает. То есть там какая-то ротация все равно существует, чтобы не всем. Вы же понимаете, сколько людей. Сейчас я просто расскажу, давайте, просто скажу. Что в этом году он мог не. Когда у нас подведение тоже были сам не помню, не было в горячем сердце. В конце года. Не выиграл ли он, да? Нет, тут можете. Но сами представляете, 85 субъектов Российской Федерации. Орден или медаль там дать, это что-то надо конкурс какой-то выиграть. Вот это.